4 месяца в специальном куполе и в полной изоляции. Шестеро ученых пробыли половину срока в условиях, которые имитируют жизнь на Марсе. База площадью 365 квадратных метров была установлена на отдаленном вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Когда участникам необходимо выйти за пределы сооружения для проведения геологических полевых работ, они надевают скафандры. Условия должны максимально напоминать марсианские. Вокруг растительности почти нет. Связь с Землей устанавливают, но только с 20-минутной задержкой. По окончании симуляции создадут базовый список правил. Ими будут руководствоваться астронавты, которые отправятся на Марс. Середина миссии. Интересный момент. Такое чувство, что время проносится мимо. Звучит безумно, но мне кажется, в конце мне не захочется отсюда уходить. К концу миссии я больше всего мечтаю увидеться с моим женихом и съесть спелый авокадо.